Человекоподобного робота Атлас вывели на первую прогулку по лесу. Вау. Вот такой вот работеныш. Ага. Ну, в чем-то он, да, человекоподобен. Такой он подходит такой в парке и говорит: мне нужна твоя одежда, твой мотоцикл, а заодно бумажный ключ от квартиры. Сдается, так пидлитки в личных клубах танцуют. Нет, ну, всякое случается. Ну, в общем, это вы видели, как его учили справляться с неровными поверхностями. А вот, собственно, и прогулка уже по лесу. Впечатляет, потому что, представляете, проходит несколько лет, идешь такой по лесу, тут выходит такой железный дровосек, говорит: знаешь, мне давно не хватало сердца. Твоего сердца! Ладно. Ну, пока что они не добились того, чтобы он был полностью автономен, провода так и тянутся к нему, как к позднему Андропову, но все впереди.